зачастую возникает такой вопрос, как познакомиться с тем человеком, который мне нравится. И мы придумываем различные способы, мы боимся подойти, у нас постоянный страх. Вот для этого существуют ресурсы. Что такое ресурсы? Ресурсы – это вообще потрясающая вещь. Это определенные компоненты, может быть, в нашей одежде, может быть, в нашем каком-то окружении, с помощью которого мы можем направить внимание на этот предмет и таким образом спровоцировать общение с собой. Сейчас я объясню, что это значит. Ресурс – это может быть абсолютно что угодно. Это, может быть, вы можете спросить мнение других, допустим, об этом человеке. Вы можете, общаясь в компании, сначала задействовать его друзей, допустим, бросать какой-нибудь провокационный вопрос наподобие, что «А вот скажите, пожалуйста, почему мужчины ошибаются чаще, чем женщины?» Или «Почему женщины ошибаются чаще, чем мужчины?» Что вы здесь делаете? Вы провокационно затрагиваете определенную тему. И здесь вы видите, что в стороне стоит этот человек, который вам нравится. Когда дискуссия набирает уже определенный пик, вы спокойно просто поворачиваетесь к нему и спрашиваете: «Скажите, а что вы думаете на этот счет?» Это ресурс. Это ресурс в данном контексте уже друзья. И чем менее адекватен будет ресурс, который вы будете использовать, тем больше шансов привлечь внимание. В этом плане очень хорошая есть история, может быть, даже как анекдот. Едет девушка в автобусе с молодым человеком и держит в руках метлу. И молодой человек на нее смотрит, смотрит, потом поворачивается и говорит ей: «Ну что, не заводится?» У нее был отличный ресурс. Вы также можете использовать, к примеру, ресурс. Вы идете по улице, а в руках несете разводной газовый ключ. Естественно, возникает вопрос, что в руках такой хрупкой девушки он делает. И к вам подходит мужчина и спрашивает: «А что в руках такой хрупкой девушки делает газовый ключ?» И вы спокойно, главное здесь придумать сразу ответ правильный. И вы спокойно говорите: «Вы знаете, недавно продала газовую компанию, вот с ключом расстаться не смогла, сентиментальность». Все, тема начата, разговор уже у вас задействован, таким образом вы знакомитесь. И самое интересное, ресурсы есть повсюду. Это ваша сумочка, это телефон, это книги, это окружающие люди. Используйте, и так вы сможете познакомиться с любым человеком. Я желаю вам взаимопонимания и бесконечно гармоничных отношений.